Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Циркл Империя. Ну что же, поехали. Так, сегодня мы поиграем с вами за кого? Смотрите-ка, у нас что тут такое? Приверженцы природы. Убежище в чаще леса. Лучшие друзья природы. Каждый захваченный круг дает 3 дерева. Нет, я хочу вот за этих ребят сыграть. Это у нас наемники ближнего боя. Попробуем, ребята, да? Я думаю, стоит оно того. Тем более исследование технологий на 50% дешевле. Так, мы с вами выберем битва империй. Сражайтесь с империями под управлением компьютера, чтобы захватить весь мир. Но будьте осторожнее, у врагов неизвестно там чего. Так, мы сделаем с вами, наверное, сложно. И карту мы сделаем, наверное, на 49 кругов. 49 кругов, это же охереть можно. Давай 25 для начала. Так, число соперников, давай 2. Начать игру. Ой, ребятушки, на что я подписываюсь, сам не понимая того, начиная игру. Будет жестко, ребята. Очень жестко, поверьте мне. Так, ну что же, давайте наплодим крестьянинов. Так, а это у нас получается что? Так, воин-убийца, гоблин. Слушайте, здесь у нас какая-то смесь. У нас здесь и люди, и в то же время твари всякие. Легендарный мечник даже есть. Гоблин-великан. Хм, прикольно. В общем, будем смотреть, ребята. Так, монстры, империя. Это все ерунда для нас. Надо как можно быстрее захватить больше территорию и, соответственно, уже потом начать бомбить. Так, это что у нас такое? Банк. Банк тоже нам нужно, ребят, поставить обязательно. Почему так мало варваров? Подожди. А, ну да. Варвары-работники. Так, ну что, надо начинать уже армию помаленьку строить. Начнем, наверное, мы... Молотобоец, урон 7, плюс дополнительный урон идет, а здесь нету. Хорошо, давай молотобойцев вызовем. Привет! Кричит молотобоец. Так, и вот рыцари, кстати, на конях тоже очень хороши. Так, я думаю, что надо кого-то нам подчикать уже. Что если вот на этих напасть, а, ребят, как вы думаете? Я думаю, что мы должны справиться здесь. Так, давайте-ка вот здесь вот вы постоите все у меня. Так, иди сюда. Не нервируй меня. Давай всех соберем в кучку. Жалко, здесь нельзя выбрать отдельно воинов, отдельно рабов. Так, сколько у меня? Сила 210, тут 140. Пум-пум-пум-пум-пум. Здесь у нас, я так понимаю, нежить, да? Это зомби у нас. Зомби, маловато, мне кажется, народу. Давайте мы еще вызовем с вами, знаете, кого? Хм, а кого? Злая русалка? Почему бы нет? Давай посмотрим, что она такая. Что она из себя вообще представляет? Ах, она только на воде может? Она может только на воде. Кстати, это даже неплохо. Мы вот можем, например, здесь захватить, поставить русалок, они будут защищать эту территорию. Так, на ус намотали, запомнили. И тогда давайте мы возьмем с вами... Ну, давай гоблинов возьмем, фиг с ним. Пускай будут гоблинцы у нас тут. Так, все, я думаю, достаточно этого. Эй, гоблин, куда... Да куда ты... Ты смотри на этого хламона, а? Вот чудило-то с нижнего Тагила. Иди сюда. Теперь этот побежал. Да вы будете стоять тут. Что, вы издеваетесь надо мной, что ли, а? Вот, все, ребят, поехали. В атаку! Херак. Ой, да они тут тупорылые, эти зомби, вообще. Смотри, вообще ничего не могут делать. Такие стоят там. Мы тупые зомби. У меня только уровни он получает, ребятушки. Так, отлично, здесь мы справились. Бандиты, 145 силы. Ой, вот этих тоже надо забомбить. Привет, родные зомбики. Я пришел по вашей душе. А, мы с вами, да, мы с вами же за каждый захваченный круг получаем 2 башни. Ха-ха-ха-ха. Круть. Так, значит, здесь 126, тут 125 мощи. Так, давай-ка вот здесь мы, наверное, крестьянинов поставим. Я могу драться, да, ты подерешься, еще настанет твой период, так что не робей. Так, пищи 500 нужно, да, обязательно нужно ставить банк. Так, ну давай, пищу. Где там пища у нас, ё-моё? Чего вы так медленно-то добываете? Эй, родные мои. А у нас пища-то есть, спроси для начала? Давай вот проклятые тыквы посадим. Сколько оно? Оно дает 290, да, пищи. Получается так. Хорошо. Ну что, 500
почти, почти, ребята, накопили. 475. Мне нужен просто банк. Есть. Ставим сюда банк, ребята. Сюда, в принципе, тоже банк не помешал бы, но это будет немножко позже. Сейчас пойдем с вами дальше захватывать территории. Я думаю, что вот здесь, да, скорее всего. Потому что здесь у нас золото, ребят. А золото, вы сами знаете, это тоже много. Что значит? Что-то как-то мы вообще еле-еле разбираем. Что за фигня-то такая? Ну, разбомбили. Уделали. Отличненько, это мое, конечно, мое. Так, тут уже сила 300. 320, это варвары. Так, ну что, придется крестьянинов по любасику здесь вызывать. Да почему такая проблема с пищей-то, ё-моё. Где можно хорошо пофармить еды? Вот, кстати, здесь. Рыба, рыба — это еда. Так что давайте-ка мы, наверное, вот сюда все-таки нападем, ребята. У меня силы 345. В атаку. Ой, как мы здесь медленно с вами ходим, двигаемся. Ё-просоте. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да ладно, так... Так вот двигаемся медленно. Слушай, мы еще здесь сейчас проиграем, по-моему, ребят. Я не думал, что русалки настолько мощные, блин. Смотри, они отходят, отходят. Одну мы с вами прибили. Так, и эту тоже заколбасили. Так, а кто тут? А, вон еще одна. Ой, ребята, я ее не доглядел. Так, давай-давай-давай, башенки, бомбите по ней, бомбите. Есть. Слушайте, мы в воде так медленно с вами передвигаемся. Просто ужас какой-то. Так, ну ладно, давай мы тогда, знаешь что, вот здесь вот постоим. Я смогу? Я смогу сюда, ребята, вызвать русалок. Ух ты, воин-убийца у меня есть в доступе. Но, правда, всего лишь один. Целитель. Они нам нужны, целители, ребята. Будут хилять сейчас мы их или нет? Посмотрим. Угу, будет он хилять, как же. Держи, блин, карман шире. Так, ну что, здесь империя врагов 150 силы. Тут 160, тут 145. Ой, большой соблазн, ребята, конечно же, атаковать. Так, нужно поставить банк. Вот, подожди, это не банк у нас. Банк, вот он. Вот здесь. А смысл, что я его сюда поставил без рабочих-то, без крестьянинов? Давай, крестьяне, иди сюда. Не, он, конечно, будет там по 4 голды приносить там каждую секунду, каждые 2 секунды. Ну, армии-то у меня не осталось, вот в чем проблема. Сюда нужно крестьянинов, чтобы они добывали рыбу мне. И еле ходят. Вот, давай, золотую рыбку лови. Нет, он пошел, взял маленькую какую-то рыбешку. А что крестьянину нужно? Так, нужно 150 пищи. Угу, то есть он тоже, ребята... Пляшет от пищи. Давайте тыковок вот сюда вот так наплодим, чтобы мы их могли собирать. И, соответственно, пища у нас прибавлялась. О, смотрите-ка, как еда просто пошуршала у нас. Так, замечательно. Давай тогда сюда побольше. Я сказал, побольше рабов. Я могу драться. Конечно, ты можешь драться. Ой, тыкву даже можно на воде, ребята, устанавливать. Так, хорошо. Есть у меня идейка. Давай вот на этих захватчиков, ребят, нападем. Русалка не может же двигаться, да? Она будет здесь, наверное, стоять. Нет, смотрите, она двигается. Хи-хи. А говорили, что только на воде. Нет, вот, смотрите. Тихонько, конечно, еле-еле, но двигается. У нас с вами силы уже 1085, поэтому пора атаковать. О! Хорошо идет. Так, я не пойму, почему не все? Почему не все атакуют? Эй! Давай, 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 хилы, быстрее сюда, ко мне. А почему? Слушай, ребята, это что-то странно как-то. Мою армию уничтожили, а как? Погоди. Погоди, я не понял немножко, ребят. Я не понял, как вообще это все произошло. Русалки, они вообще ничего не могут делать. Вот вата, а. Так. Дай-ка я сюда забор вот так вот поставлю, ребята. В общем, вызываем гоблинов-великанов. Фига тут. Так, кто? 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 Ты понял, да?
Они между собой тут уже воюют. Хе-хе-хе. Пускай воюют, ребята. Мы знаете, что с вами... А я боюсь, что они сейчас на меня пойдут. Хотя вряд ли. Так, ну что, гоблины у меня есть. Так, иди-ка сюда. Давай мы вот, ребята, вот этих вот чувачков всю... Где бы мне взять? Что это за камень такой, а? Просто так? Нет? Никакой не артефакт? Нет, ребята, это никакой не артефакт. Ё-моё, вот это у них там жесть. Так. Главное, чтобы на меня не нападали. И остальное меня не колышет. Опачки, опачки. Вот тебе и не нападает, ребят. Смотрите, империя. Эти сосунки на меня начали... Так, я не понял. Так, давай-ка мы ядовитые башни поставим. Да чё уж там приведняться. Давай еще и огненные. Вот так вот. Хе-хе. А теперь осталось только захватить. Ну-ка, давай, гоблин. Покарай. Вот так вот, будь знать. Так, гоблин, иди сюда. Ты мне здесь нужен. Нам нужно, ребята, наверное, какую-то территорию оставить чисто для армии. Что мы будем здесь армию с вами делать. И спокойно ее брать, уже, как говорится, без всяких там рабов. Так, отлично. Я думаю, что нам надо вот этих вот наказать. Опять же эти русалки. Опять мы еле-еле двигаемся. Но зато урон-то мы здесь наносим колоссальный. Посмотрите сами. Отлично. Захватили. Так, ага, империя врагов. Сила 40. Этих тоже покарать надо обязательно, ребят. Погнали. Отличненько. Это все наше. Это что такое за... смертоносное дерево. Хм, ну и что, такая-то у нас лавка жизней. Ух ты, смотрите, ребята. Друид, 3500 золота. Друзья в круге получают 50% к восстановлению здоровья. И колдун ярости, друзья в кругу получают 10 к скорости атаки. Слушайте, довольно полезные ребята, но стоят они, конечно, хо-хо-хо, немало. Нам нужно делать тыквы. Тыквы, ребята, это наше все. Вы посмотрите, как у нас быстро растет еда, как только мы тыковки с вами высаживаем. Просто моментально. Так, а что у нас такое? Так, призывает случайное злое существо. Проклятая тыква. Она получает... Она сама по себе, что ли? Так, секунду. А если вот так вот мы сделаем? Большая тыква. Проклятая тыква. Я что-то немного не догоняю. Призывает случайное злое существо. Ну, никого она не призывает. Я не вижу, по крайней мере, чтобы кто-то здесь у нас призывался. Так, где у нас алтарь? Вот алтарь. 4000 золота. Золото, золото. А где у нас золото добывается? Вот здесь. И также у нас... Погоди-ка секунду, а где же у нас еще золото добывается? Ага, вот, вот здесь, ребята. Золотые, так сказать, прииски. Все, пускай они работают. Может быть, быстрее дело пойдет. Так, а это не мои, это враги. Так, ладно, хорошо, мы с вами делаем, наверное, наступление вот сюда. А, это мое, ё-моё. Это же мое. О, кстати, вот здесь вот тоже у нас, ребята, золото, поэтому давайте, пускай они собирают. Соответственно, надо еще поставить банк сюда. По-моему, нам нужно банк поставить. Кто там? Где? С кем? Кто воюет? Эй! Нападение. Нападение на меня! Ах вы уроды! Где моя армия? Блин, как всегда, ребят. Вот она. Погнали, погнали быстрее сюда. Так, и в ответку, ребята, я ставлю... Я ставлю вот так вот башни сюда. Сюда. А? Да, кстати, мы еще надо прокачивать своих бойцов-то. Чего же я этого не делаю-то? Так. Да кто там опять-то? Где? Ну что, давайте наказывать тогда этих говнюков, блин. Сами наехали. Мы куда побежали? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. 800... А хотя, в принципе, ребят, 811...
силы, порвем мы их сейчас тут нафиг. Так, давай, ловай, давай, ломай, 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 ломай. Есть, погнали. Слушай, а кто это нас так... А, это же башня, она нас травит. Вот так-то. Слушайте, а гоблины вот эти вот великаны довольно неплохие. Это мои хоть? Мои ребята. Так, с этой стороны теперь атакуют. Подожди, это же мои. Я уже путаюсь, ребята. Так, все, захватили. Слушай, а что для этого нужно? Пищи 3000 надо и золото. Видимо, такой чувак хороший, да? 80 сопротивлению к отбрасыванию и к огню у него сопротивляемость идет. Ну-ка, давай посмотрим. Вот на этого паренька. На мечника. Так, мы даже банк сломали. Надо сюда тогда поставить свой, конечно же, банк. На который, естественно, не хватает золота. Вечно... Ох, сколько здесь у меня, ребята, рабов. Сколько рабов без дела, стоящих. Хм. Тут золото у нас, тут это не мое. Здесь у нас рыба. А мне нужно золото. Какие будут варианты, ребята? Но здесь уже все дособирали практически. Так, надо... мне бы знать, где тут... Ага, вот. Осталось-то тут всего ничего, ребята. Поэтому гасим вот этих вот. По этому боку всех. Так, где моя армия? Где, я спрашиваю, моя армия? Так, рабы, я не могу смотреть, когда вы просто так стоите без дела. Давайте вот здесь хотя бы. Собирайте лес на худой конец. Опачки. А, ну ладно, эти пускай тут воюют. Надо оградиться от них. Жалко, не могу, ребята, усилить свои вот эти вот ворота. Или могу как-то. Наверное, нет. Так, здесь все это наше. Давайте вот этот вот кубик забомбим. Что там у нас? Кто это такой? Лучник. Лучник у нас появился. Так, этих, наверное, надо будет тоже уничтожать. Поехали, ребята. Будем бомбить. В помощь нашим мы поставим огненные вышки. И, пожалуй, усилим своих ребят. Так, погоди, а куда они все у меня... Куда они все разбежались-то, эй? Вот это, что ли, вся моя мощь? Вот в этих вот ребятах почти 5000 силы? Да ну нафиг, не может быть такого. Или может? Так, давай здесь зачистку сделаем. Так, ядовитую башню сейчас разбомбим. Ага, понял я кое-что, ребята. Я кое-что просек. Вот так вот мы сделаем. Ха-ха. Оптимальненько. Так, ты посмотри, посмотри, что делает. Куда он бежит? Он хочет... Он здесь что-то хочет. Он хочет моего лекаря, да, забомбить. Вот, гады, у него получилось. А вот так вот. Ха-ха. Сосунок. Так, я что-то не понял, где мои. Вот они, мои ребята. Погнали сюда, дальше будем захватывать эти территории. А вот здесь, кстати, крестьяне нужны мне. Все, пока хорошо, ребята. Давайте вот так вот сделаем. Замечательный захват у нас тут произошел, ребят. Так, что у нас там по идее? По идее хреновенько. Рабочих всего 55. Где опять тут атака? А вот эти-то почему, ребята, у нас тут прохлаждаются? Я не понял, надо их уничтожить. Испепелить. Они сразу сматываются, да? Хорошо. Если они думают, что это им поможет. Они все куда-то смещаются, смещаются. Но мы их догоняем, мы их настигаем. Так, что такое? Так, мечник, вернись сюда, пожалуйста. Ты там один в поле не воин. Я не понял, я же вроде бы здесь захватывал. Они опять отвоевали, да? А ну-ка, дай мне сюда. Да ёпрсте. Что за дела-то, я не могу понять. Почему я не могу выставить? Странно. А это еще... Да что еще за говнюки здесь?
Так, я одного не могу понять, ребят. Вот, сейчас могу гоблинов вызывать, а до этого не мог. Не знаю, по какой причине. Хорошо, давай уничтожать. Ах ты, смотри, что творится, ребята. Все, я понял. Ты посмотри на них, на этих уродов. Ловим их, срочно ловим. И наказываем говнюков этих. Вырезаем всех полностью. Ха-ха-ха. То-то и оно. Есть. Просто полная зачистка была сейчас. Че там орет, скулит? Так, смотрим, ребята. Нет никого больше здесь. Так. Что у нас тут творится? Давай тогда вот здесь. Сейчас, секунду. Они, смотрите, ребята, вот как только мы приходим, они сразу перебегают в другое место. Опачки, а вот этот, ребята, друидик, которого я себе хотел в тот раз приобрести. Так, давай, отлично. Куда он бежит? Давайте мы, наверное, сюда, ребята, русалок поставим. Блин, это не мое озеро, ё-моё. Ставлю, тут называется русалок. Так, хорошо, давайте тогда вот так вот забомбим здесь всех. Давай, продолжаем бомбить. Кто еще тут остался, не могу понять. Банк уничтожаем. Да где нападение-то происходит? Все вроде бы чисто, сухо. Никаких претензий, ребята. Че он там бубнит? Так, давай-ка вот тут вот уничтожим. Какой-то нам крестьянин достался. Опять гриб. Так, воин-убийца. Две штуки. Это хорошо, ребята. Воин-убийца нам пригодится. Вот здесь, кстати, заметили, да, очень мало крестьянов. Хотя здесь еды просто завались. Так. Погнали-ка мы, наверное, вот сюда. 663-64 силы у этих говнюков. Сейчас мы всех дождемся, пока они все тут соберутся. Кто-то быстрее ходит, кто-то медленнее. Ну, вы сами видите. Так, а давай-ка вот так вот мы с вами. Оп-оп. Броню. Так, а у нас еще лагерь. Здесь можно покупать различные существа и грибы. Ну и кого мы тут с вами можем? Вампир. Вампир — это хороший чувак. Так, гоблин. Да кто ж там опять-то нападает? Где? Точно, ребята, нападают? Так, где мои башни? Я должен выставить здесь, ребята, башни. Они достали уже в корень атаковать, как говорится. Как только меня нету, все, они начинают. Ой, башенки-то мои падают здесь. А если мы вот так вот сделаем? Блин, всего лишь одного, куда он там один? Один он не справится, ребят. Все уничтожает, а? Давай-ка еще. А вот, троих. Они его порвут. Порвут. Нифига этот убийца, ребята. Это что за дела? Я не понял. Так, ядовитый гриб. Гриб, отрави его, пожалуйста. Не хочет он нифига делать. Так, ладно. Он, короче, меня достал, если честно. Теперь я потерял, ребят, свою армию. Вот она. Я начну вот отсюда. Да-да, я начну вот отсюда. Это же они? А, не, ребятушки. Я узнаю их по флагу. Именно вот этот вот бирюзовый флажок. Это именно он. Раз он меня там захватывает, я буду, естественно, захватывать его владение. Сам напросился, гад вонючий. Так, разбомбили? Разбомбили. Я еще вызову себе сюда в помощь голема. Ой, голема. Орка. И вот так вот. И мы дальше с вами идем, ребят. Так, целитель, иди сюда ко мне. Так, там кто там? Деревенщина. Так, продолжаем, ребята, с вами. Вот это мы захватим, естественно. Он думает, что я спущу ему так все это. Нет. Не буду я нифига ему, ребят, спускать. Это с рук. И конечно же, всех этих крестьянинов сейчас будем валить. Вот. Долг платежом красен. Правильно? Правильно. Поехали еще. Сейчас мы здесь помурыжим. Куда? Куда ты? Он думает, что он, ребята, здесь где-то спрячется от меня.
Но этому не бывать. Этого не будет никогда. Я всех тут поуничтожаю. Месть будет сладка. Так. Давай сюда забежим еще. Да-да, именно сюда. Всех будем вырезать. Крестьяне, далеко ли вы собрались? А? Блин, что-то меня отвлекает. Меня отвлекает, ребята. Нет, это моя башня. Погоди, я же тут же... А почему так все происходит, а? Я что, не добил здесь что-то? Давай уничтожим тогда. Так, банк. Все, это моя территория. Поехали дальше. Блин, они по кругу. Так, надо кое-что нам здесь придумать, ребята. Это так будет вечно у нас, по-моему, длиться. Вот так мы сделаем. И... И, пожалуй... Да ё-моё, ну ладно, фиг с ним. Нормуль? Нормуль они горят. Я просто для чего это сделал, ребята? Потому что эти рабы то туда, то сюда бегают. Хоть как-то их истреблять. Именно для этого я поставил башни. Так, сейчас вырежем всех. Ну. Отлично, это ваше. Это мое. Вот здесь нужно дозабрать. Подожди, по-моему... Так, это мои вампиры здесь буянят. И мечи, кстати, мой тоже здесь буянят. Давай вот этих вот, что-то тут раздухарились, я не понял. Истребляем все. Так, я сказал, истребляем все. Давай, даже банк, все здесь наши теперь вот здесь. Мы его немножко, ребята, стесняем. Но у нас здесь два врага, а это у нас только, по-моему, один. Или второго мы уже с вами подбили. Что-то я, честно говоря, не помню. Так, давай-ка вот сюда вернемся. Смотри, смотри, они пробивают, ребята, мои ворота. Вообще припухли. Совсем потеряли страх. Давай целителя поставим сюда. Мечника. Даже не одного. Так, молотобоец. Ох, сколько молотобойцев. Вот так-то вот. У нас, ребята, почти 10 тысяч силы. Смело заходим сюда, как себе домой. Так. Полное, тотальное уничтожение. Захват. Сюда, естественно, тоже мы идем. Смотри, какой маг там стоял, а. Красный. Это тоже все мое, ребят. Смотри, бегут по пятам, гады, а. Надо каждую, ребят, свою территорию, мне кажется, обозначивать какими-то башнями. Иначе они просто достанут. Мы только уйдем, они сюда опять будут приходить и опять захватывать все. Нам это нужно, нам это не нужно. Нам нужно просто уничтожение. Куда вы побежали? Эй, говнюки. Режем, режем, режем их. Уничтожаем. Ну. Так, давай-ка вот здесь вот мы захватим тоже территорию эту. А вот сюда мы с вами поставим две башенки. Отравляющую и ледяную. Так, что там получено достижение? Что-то какой-то радуга защиты. Или радужная защита, что-то такое. Смотрите, им, ребята, уже просто некуда деваться. И мы настигаем их, ловим, бомбим. Что-то как-то у нас это плохо получается, если честно. Или мы просто не можем их поймать. Ладно, банк уничтожим. Склад. Так, еще захватили. Давай дальше продвигаться. Так, вот так, подожди, у них тоже, ребята, убийца. Подбили мы его. Так, погоди, погоди, вот этого надо друида завалить. Куда-к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 уда
Так, мечники, давайте-ка вот здесь вот уничтожьте, пожалуйста, все. Это что такое, ребят? Что это за туса здесь такая, а? Смотри. Вперед, в атаку! Ну-ну-ну-ну. А у кого такие, интересно, волны? Смотрите, ребят, мы их отталкиваем просто-напросто. Офигеть! Кто имеет такую способность, а?
Вот так вот, ребята. Всех рабов здесь почикали. И захватили власть. Опачки. А, ну здесь у меня мечники, они справятся, должны справиться, ребят. Я на всякий случай... Смотрите, на той карте, где у нас происходит сражение, я не могу выставлять армии, ребят. Представляете? Вот так вот мы с вами сделаем. Пускай эти ребята здесь будут, ну, чисто для прикрытия. Откуда они появляются, не могу понять. Смотри. Так, отлично. Хм, шикарно. Так, ну а мы с вами двигаемся дальше. О, мы что, победили уже? Точно, ребята, а что-то как-то быстро. Я только разыгрался. Достижения у нас тут. Очень много достижений получили за сегодняшнюю игру. Целых 4 штуки. Так, ну что же, победа, счет такой-то. Продолжить. Казна копится наша. Продолжить. Опачки, открыто. Охота на монстров. Колдун Кудогар. Могущественный колдун, съехавший с катушек и ставший опасным для всех окружающих. Все началось с того, что он сотворил хрустальный... А, по-моему, мы это уже читали с вами. Ну да ладно. Хрустальный глаз, чтобы заглянуть в недра горы. Лора жизнетворящая. Лора была избрана лидером своего круга после того, как обеспечила всех неограниченным бесплатным доступом к услугам целителей. Ранее этой привилегии были удостоены только богатые. Начинает с плюс 3 целителя, и каждый захваченный круг дает плюс 1 кучу золота. Ха-ха, елки-палки, ребята, кружок-то наш сужается. Кстати, а, нет, за власть мы играли. Так, теперь мы сыграли за наемников ближнего боя. И у нас еще есть кем и чем поиграть. Например, Лора. Да, но этим мы с вами, наверное, займемся уже в следующей, ребята, серии. Ну а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых, ребята, видосиков.